Сегодня во второй половине дня в Чувашии начался ливень с грозой и молниями. По данным Гидрометцентра России, сильные дожди ожидаются и предстоящей ночью. За ночь может выпасть 32 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы. А вообще, по прогнозам, дожди ожидаются со вторника по четверг. За это время может выпасть до 50 миллиметров влаги. При этом 18 июня, вероятно, существенное понижение температуры до 14 градусов.